Как я вам уже говорила, я некоторое время назад попробовала несколько продуктов от марки SkinCeuticals. Первый это была сыворотка с гиалуроновой кислотой Hydrating B5, которой я очень довольна, но опять же повторюсь, все-таки сыворотка с гиалуроновой кислотой от марки Dr. Seba, на мой взгляд, значительно сильнее. И второй продукт это вот такой вот крем для глазок от марки SkinCeuticals. Он называется AOX Eye Gel. Вот такой вот малыш, тоже в объеме 15 мл. В принципе, 15 мл это как раз такой стандартный объем для всех кремов для глаз. Он с вот такой вот носиком, дозатором, пипеточкой. Он такой желтенького, очень приятного цвета, маслянистая у него текстура. Данный флакончик у меня почти закончился, я его все последнее время использовала в качестве моего базового увлажнения и ухода за кожей вокруг глазок в дневное время. Вот если вот этот вот от Dr. Seba я предпочитаю использовать по ночам, перед сном, то вот в данном случае от SkinCeuticals использовала по утрам, тоже очень им довольна. Это не базовый крем для глаз, это достаточно сильный крем для глаз, направленный на уменьшение первых признаков старения, на уменьшение отечности, припухлости, на осветление темных кругов под глазами. В принципе, я очень-очень довольна результатом. Также у данного крема ярко выраженная антиоксидантная такая вот защита и борьба с первыми признаками фотостарения. Соответственно, он осветляет первую пигментацию, если она вдруг у вас в этой зоне появилась, и так как у меня как раз моя первая пигментация именно в этой зоне появилась, то я данным кремом пользовалась, данным кремом очень-очень довольна, не знаю, куплю ли себе еще одну баночку, но во всяком случае вот то, как этот крем отработал, он отработал очень достойно и показал себя очень-очень хорошо, поэтому, опять же, те, кто ищет свой идеальный крем для глаз, вот такой вот AOX Eye Gel от марки SkinCeuticals, обратите, пожалуйста, свое внимание. Ну и давайте уже тогда продолжим тему ухода за нашими глазками, и я вам покажу продукт, который я, в принципе, вам уже показывала, но, тем не менее, это вот такой вот тоже крем для глазок, это марка Skin Iceland, это Icelandic Relief Eye Cream, вот до этого был Icelandic Relief Eye Pen, а это Eye Cream, это несколько другой продукт, то есть по формату он точно такой же, это формат ручки, объемом 4 грамма, формат ручки, вы подкручиваете внизу, и вот такой вот мягкий носик-дозатор, который вам выдает необходимое количество крема, которое вы, собственно, с помощью этого носика и наносите на зону вашего нижнего века. Чем отличается Icelandic Relief Eye Cream от Icelandic Relief Eye Pen? Он отличается консистенцией той субстанции, которая находится внутри, то есть самого крема. Этот крем такой более воздушный, это как раз такой очень приятный, я бы сказала, легкий базовый увлажняющий крем, ухаживающий за вашими глазками, который и увлажняет, и чуть-чуть убирает отечность. Он не подсвечивает, безусловно, он именно работает на улучшение кожи, он борется с первыми морщинками под глазками и препятствует появлению первых морщинок под глазками. Мне очень нравится формат данного крема, я его с удовольствием, собственно, ношу в своей сумочке и пользуюсь им, либо это отличное средство для любых поездок, это такой вот дорожный формат, который вы тоже бросили в косметичку, и вы не боитесь, что что-то с вашим кремом случится. Новая консистенция, она интересная, она необычная. Я не могу сказать, что она мне как-то вот прям мега понравилась больше, чем предыдущая, но интересно то, как работает данный крем. Мне нравится, я с удовольствием его периодически использую, и я очень довольна результатом. Еще один крем от марки Skin Iceland, который у меня недавно появился и которым я с удовольствием пользуюсь, это Oxygen Infusion Night Cream. Это также в марке Skin Iceland был как бы предыдущее поколение данного крема, но оно было чуть-чуть в другой консистенции. Данная консистенция, она такая более, она даже не желеобразная, а она какая-то такая вот воздушная, тающая у вас на коже. И после нанесения данного крема также возникает легкое-легкое пощипывание. Вы чувствуете, как улучшается циркуляция вашей кожи, как ваша кожа напитывается кислородом. Так вот, регулярное применение данного крема по ночам, а это именно ночной крем для ночного использования. Вот он. Данная баночка объемом 56 грамм, такая достаточно увесистая. Он помогает вашей коже восстанавливаться, напитывает ее кислородом, ухаживает за ней, и с помощью данного крема вы легко сможете сохранить молодость вашей кожи. И последнее средство, о котором бы в данном видео хотелось рассказать, это вот такая вот маска My Poet Sleeping Pack от марки
поет. Данная маска, в данном случае тоже в объеме 50 мл, она такого очень яркого оранжевого позитивного цвета, и не случайно. Я данную маску попробовала впервые в мини-формате на Krigena Beauty Day, и, честно говоря, в нее влюбилась, потому что она внутри тоже такого оранжево-желтенького цвета, у нее гелевая очень приятная текстура, очень приятный запах, и если вы понимаете, что ваша кожа устала после перелетов или после стрессов, либо она просто после зимы стала такого серого, непонятного землистого цвета, и вам хочется дать ей такой витаминный коктейль, разбудить ее и заставить светиться, то это как раз вот то самое волшебное средство, которое вам нужно. Вам достаточно выдавить небольшое количество данной маски, нанести его, вот в данном случае она закрыта, есть вот такой вот носик дозатор, нанести ее тонким слоем на кожу, данная маска достаточно быстро высохнет, и опять же, никаких сверху продуктов вам наносить не надо, вы просто оставляете данную маску на всю ночь работать, и работает она потрясающе, причем работает потрясающе даже на жирной коже, что важно, она ни в коем случае не забивает поры, не провоцирует излишнюю жирность вашей кожи, и с утра вы проснетесь, и вы прям вот наглядно увидите, что ваша кожа стала даже не румяная, она, вы знаете, она как будто солнышко ее поцеловало, она становится такой живой, она становится более свежей. Действительно, как будто такой вот легкий загар появляется на вашей коже. Вы, соответственно, посмотрев на себя в зеркало, вы понимаете, что вы выглядите значительно более свежей, значительно более отдохнувшей. И поверьте мне, перемена она разительная, и она действительно налицо. Поэтому вот все, у кого аналогичные проблемы существуют, обратите внимание на данную маску. Я не могу сказать, что она прям очень-очень доступная по цене, но глобально она в нормальном таком среднекачественном ценовом сегменте, и она действительно работает, и опять же, вот этих вот 50 мл вам, в принципе, хватит надолго, надолго и надолго. Вот я вам рассказала о своих новинках по уходу за кожей. Конечно, у меня есть еще одна порция новинок по уходу за кожей. Это как раз те самые продукты, которые я привезла из Америки. Но об этом, пожалуйста, в отдельном видео, которое будет уже скоро-скоро-скоро. Не пропустите. Я надеюсь, что данная информация была для вас полезной. Если вам нравится, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, оставляйте свои комментарии внизу. Если вы еще не являетесь подписчиком моего канала, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что остаетесь со мной. До скорых встреч. Пока-пока-пока.